В Дагестане на базе общеобразовательных создаются предметные школы. Одна из них, историческая, вот уже год функционирует в 38-й гимназии. Преподаватели подвели итоги работы за прошедший учебный год. Для ребят организовали экскурсии по исторически значимым местам, водили по музеям. Довольно необычно проходили и сами уроки с театральными постановками, викторинами и просмотром документальных фильмов. Создание предметной школы – это углубленное и расширенное изучение предметов гуманитарного цикла, в частности, общество, история, даже литература, искусство, потому что все это является предметами между собой, так сказать, связанными, так или иначе. Как отметили преподаватели, подобные проекты не финансируются. За организацию экскурсии предоставленный транспорт, приобретение дидактических материалов учителя благодарят родителей. Напомню, предметно-тематические школы в республике созданы по указу главы Дагестана. Мы не жаловались на то, что работаем без дополнительной оплаты. Мы не сетовали на то, что нет транспорта для проведения экскурсии. Нам помогали родители. Мы обращались в разные инстанции с просьбой помочь реализовать президентский проект. И во имя памяти наших предков мы призываем поддержать проект «Предметная историческая школа» на базе гимназии 38.